Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Один побег». Так, ну что, за Дака мы с тобой поиграли. Мы остановились на горилле. Так. Окей. Здесь нам не пройти. Секундочку. Отключили. Так, теперь я так понимаю, мы с тобой отключили именно здесь. Банкноты. Эй-эй-эй. Ах ты какая. Не хочешь так просто брать, да? Надо обязательно с прыжком. Окей. Продолжить. Хороший забег написали, да? Воу-воу. Так, а он меня не увидит, надеюсь? Не-а. Здесь он меня не видит. Это же прекрасно. Прячемся. Опа, подожди. Опа, прячься. Не понял, подожди секунду. А, нам нужно наверх еще. Я-то думал. Захотел схитрить. Нам нужно выше подниматься, друзья. Ползли. Вот он, рубильничек. Теперь все отлично. Так, уходи давай. Упс. Нормуль. Так, пускай он сейчас пройдет. Мы с тобой так. Активируем. Прячемся. Адьюс, лузер. Ходи там дальше, высматривай. Угу. Наверх. Подожди-ка, я уже забыл, какие у меня, ребята, кнопки за что отвечают. Ух! Стоп, стоп, стоп. Надо переждать. Я совсем забыл про камеры-то. Ой, сейчас как сумасшедшие будут бегать. Давай посмотрим хотя бы, что у нас наверху. Так, вон там у нас выход. Здесь камеры. Такая горилла, да, дружелюбное такое лицо. Ну, я надеюсь, это прекратится. Камеры взбаламутились, блин. А их тут еще двое. Слушай, почему-то они не хотят, ребята, здесь успокаиваться. Так, ну это, видимо, подмога пришла, да? Так-то он здесь один должен ходить, по идее. Что-то, друзья мои, это все не заканчивается, я посмотрю. Может быть, нам нужно спрятаться, только в этом случае, как бы, пропадет сирена. Да, да-да-да, ребята, все успокоилось. Ну что же тогда делать? Мы сейчас с тобой спрячемся. Пробежимся. Так, мы отключились с тобой наверху. Вот здесь вот. Опа. Теперь идем в самый низ. Тут у нас где-то охранник бегает. Или не бегает больше? Нет? Ну так даже еще лучше. Уходим. Здесь у нас что? Опа. Я понял ваши приколы. Мы должны здесь спрыгнуть. Камеры. А, нет, она не смотрит на меня, да? Она в одном направлении. Отключаем рубильник. Перепрыгиваем. Что тут у нас? Так, эта камера будет смотреть? Ага, и она смотрит. Значит, прячемся здесь. Прячемся здесь. Внизу как раз отключение камеры у нас идет. И
отключение лазеров. Все. Я так понимаю, путь свободен. Так, секундочку, а где у нас... Стоп, а куда я должен... Ох, ёк! Ребят, это было, конечно, подлинненько, на самом деле. Ты смотри, здесь шипы, ну, электричество. Здесь было электричество, вот так вот. Что значит невнимательность? А я там сиганул. Ну давай ты забирайся. Так, отключили. Перепрыгиваем здесь. Ну, уже, по крайней мере, знаем, что тут. Чего нам ожидать. Выпрыгиваем. И отключаем. Раз, два. Место действия. Нажимаю, ребят, на прыжок. Здесь же, да, шипы здесь. Опа. Отлично, продолжаем. Что здесь у нас не то? Кнопочка. Кнопка для чего? Ага, он должен встать. И в этот момент мы только с тобой сможем пробежать. Понял. Давай, охранник, нажми кнопку, будь добр. Так, это... Вот оно как, да? Так, ладно, прыгать мы не будем, будем аккуратненько, друзья мои. Камера. Там ключ-карта лежит. Опачки. Ключ, карта, забрали. Спрятались. Уходим. А вот и дверь. Давай, открывай. Все хорошо. Ой. Да как так-то, блин, надо было... Поймали. Да. Вот чё. Вот как надо было делать. Фига они так внезапно вдруг, да? Слушай, смотри-ка, там у нас какая-то лазейка есть. Может быть, нам надо вниз? Нет. Ох, ёк. Так, дай-ка подумать, что тут. Здесь мы перепрыгиваем. Понятно, тут будем выжидать, короче, момента. Вот здесь вот. Ох! Да как... Ничего себе там! Это мне надо будет прыгнуть. Потом... Да зачем ты так делаешь-то, а? Ну... Заныкались, короче. Так, видишь, мы только в тени, ребята. У нас... шкала вот этого вот тревоги понижается. Ну все, все, уходите отсюда. Да, тут они, конечно, да, намудрили, друзья мои. Это я должен спрыгнуть, схватиться вот здесь, потом отсюда перепрыгнуть на эту стенку. Это, конечно, они тут лихо придумали. Ну? Давай, 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 быстрее. А как? Зашибись, ребята, я вам скажу, здесь они... устроились. Слушай, может быть, мне надо вот здесь вот как-то. Подожди, я проверю просто. А смысл? Это беспонтово, ребят. Поймал, гаденыш. Блин, загорел, что-то сложно стало играть. Да, прям вот такой вот. Да ты специально, что ли, прыгнул-то, дуралей ты дубовый, а? Давай, потише, не надо. Ты видишь камера, сейчас она уйдет, и мы прыгнем с тобой спокойно. Нет, тут спешишься вперед, батьки, в пекло.
Но меня вот это не так сильно расставит. Меня больше вот это вот волнует. Как здесь-то быть? Так, видишь, тут видно луч. Вот сейчас одновременно, да, они? Понял, ребята. Да ты... Ну, я уже тогда не знаю, ребят. Тут надо все это быстро. Как ты быстро сделаешь? Там, если я спрыгну, я попаду на электричество. То есть быстро не получится. Вот так вот. Зажарились. И это только начало, считай. Да-да. Только самое начало. А здесь-то все понятно. Здесь все легко и просто. Да ладно, неужели получилось? Фух, вроде так легко. А раз 5-6 переигрывать пришлось. Так, тихо-тихо, куда идешь? Ага, не достает. Блин, там такая же, ребят, дилемма нас ждет впереди. Так, я думаю, что здесь нужно подождать, он пройдет. Мы перепрыгиваем, бежим туда, сломя голову. А что там, я не знаю. Угу. Ох. Тут еще и электричество. Так, наверное, нам надо спрятаться будет сейчас. И... Выходим. Опять 20... Ага, он нажал на кнопку, ребят. Погоди-ка, а как же мне тогда... Что, вот здесь, что ли? Понял. А доллары я так и не подобрал. Они же висят. Да, бакинские лежат, ребята. Да и фиг с ними, с этими бакинскими. Вот тут меня интересует. Это нам будет сейчас надо прыгнуть. Вот так вот. Опа. И прижучили. Вниз очень много тут, ребята, прыгать надо будет. Причем опасно там все это дело. Не знаю, стоит ли эти вообще доллары поднимать. Ну, можно, конечно, заморочиться, не так уж и сложно. Но мне надо понять, что же все-таки делать там. Так, ныкаемся. Так, вылазим. Вот здесь вот надо. Так, после этого луча прыгаем с тобой, да? Хм. А они вон как ходят. В разнобойку. Вот, наверное, сейчас надо. Так, подожди, блин. Это мне нужно за какие-то доли секунды все это успеть сделать. Вот, одновременно почти. Попробуем сейчас. Успел. Фью. Отлично, получилось. Продолжаем. Так, в чем прикол здесь? Оу, камера. Ушла. Блин, я не заметил. Да что ты будешь делать-то? Ну, сюда нам однозначно никак не подняться, потому что тут стоит луч. Да, нам надо вот так вот. Так, что у нас тут? Прыгаем. Ага, тут электричество внизу, смотри-ка. Спрятались. Тут две камеры. Так, посмотрим, ребят, как они работают.
Угу. Вот сейчас одновременно, да, развернуться. Ну давай ты, блин. Сразу же поймал, гадюныш. А тут еще, смотри, тут еще напряжение у нас есть. То есть тут надо перепрыгивать. Ёлки-палки. Как тут успеть-то? Надо, чтобы это отворачивалось сюда, а это отворачивалось сюда. Только в этом случае, ребят, можно. Так, тут электричество внизу. Аккуратненько. Оп. Да, намудрили, конечно, намудрили. Это надо успеть очень быстро сделать. Эта камера чуть-чуть быстрее отворачивается, да? Успел, главное, успел, ребята. Фиг с ним, что тревогу подняли. Я успел спрятаться. Так, они сейчас убегут. Теперь нам нужно будет вот сюда перепрыгнуть, отключить рубильник, подняться наверх, наверное, взять доллары. Да? Так будет безопаснее всего. Как так-то? Я же прям возле краешка стоял, они не должны были меня видеть. Ладно, сейчас тревога успокоится. Рубильник этот вырубает, скорее всего, тот луч, который там вдалеке стоит. Так, заползаем. Ой! Погнали. Ну давай, 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 отворачивайся. Так, а ничего, одновременно, что ли? Подожди секунду. Блин. Они не в тему, не в такт ходят. Очень аккуратно, потому что камеры здесь еще палят. Допустим. Так, идем сюда. Не запалились. Рубильник. Подожди, а доллар это что? Не пойму, а что? А, типа мы их взяли или что? Так, идем сюда, прячемся. Так, а здесь нам нужно будет перепрыгнуть, да, через этого охранника. Умудриться еще не спалиться при этом. А что, если я вот так сделаю сейчас? Ага. Так, тихо, тут шипы, ой, шипы. Электричество. Ну, здравствуйте, приплыли. Ладно, здесь получилось. Фух. Нормуль. Прошли. Продолжить, конечно же. О, опять то же самое, ребят. Лучи еще хаотично, ребята. Смотри, вот как ты тут прикажешь мне быть? Замечательно просто. Еще и сракой своей задел. Так, здесь надо прыгать, ребята. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Замечательно. Опа, газ. Нормуль. Так, камера, да? Камера плюс лучи. Вот здесь, кстати, можно будет передохнуть маленько, да? По идее, вот тут вот. Это надо успеть еще сделать. Так, сейчас пойдем. Погнали. Фух. Тихо-тихо. А дальше что? Вот это вот для чего стена дана? Непонятно мне пока.
луч. Так, я боюсь просто туда прыгать, сломя голову. Опа! И правильно, что я боялся прыгать. Стоим. Стоим. Есть. Сложно, блин, за гориллу-то играть, однако ся. Так, что у нас тут? Ой, камера. Ага, она не смотрит. Ёк-макарёк. Тут газ. Так, здесь нам нужно еще будет успеть спуститься. Аккуратненько. Так, камера там следит. И то же самое, да, в обратном направлении. А, нет, 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 ребята, вот здесь вот можно будет пройти. Так, рубильник отключили. Что ты делаешь-то, а? Горилла, ты совсем что ли не в своем уме? С жиру бесится, видимо. Кнопка. Для чего кнопка? Понял. Забираемся по ящикам. Доллары. Эть, ты доллары-то будешь брать, горилла? Взяли. Так, тут труба с газом. Надо успеть еще. Нормуль. Тут охранник. Ну тут все просто. Пока. Щух. А, кнопку нажимаем, да? Ой! Ну блин. Мне надо прятаться в тень. Ну ты-то будешь ходить там или нет? Нажимай, нажимай, нажимай. Вот гадость-то какая, а. Вот попал. Да просто я не увидел ту камеру. Я уже пошел. Она на меня в этот момент повернулась. То есть и подловила, грубо говоря. Опа. Все, я в домике, меня не волнует. Блин, ты посмотри, что там творится. Там газ кругом. Ёк-макарёк. Так, эти ушли, ребята. Скатертью дорожка. Аккуратненько. Так, тут луч. Надо будет прыгнуть сюда, потом сюда, что ли, так? Получается. Тут надо еще успеть, посмотри, как она быстро реагирует. У меня получилось. Так, давай, сматывайся, охранник. Чик. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Ой. Да вы издеваетесь сейчас, просто издеваетесь. Вау. И также нужно сюда еще наверх. Есть, я успел, ребят. Эть. Он меня не видит. Все, отлично. Так, здесь мы сделаем, наверное, вот так с тобой все-таки. Постоим. Так, а вниз, как я понимаю, там у нас будут... Газ, газ там будет, ребят. Нам надо будет как-то очень там аккуратно. Здесь-то ладно, фиг с ним. А вот тут, вот, каким образом? Ну-ка посмотрим. Оу. Они еще и синхронно, да? Короче, надо прыгать, когда уже... Вот сейчас. Не-не-не-не-не. Я! Yeah. Трындец, на самом деле. Куда ты идешь?
Так, мы здесь с тобой зацепимся, если что, да? Переждем эту вспышку. Потом куда? Там камера. Следящая, к тому же. Так, я выхожу, нажимаю рычаг. Отключаю, видимо, тут лазер, да? Так и есть. Отключаем тут лазер. Дальше мы перепрыгиваем сюда. Ага, коробки. Блин, там газ опять. Угу. Коробки падают. И чё, коробки падают? А, все, понял, ребят. Газ наверху, да? Значит, смотри, у нас здесь и тут еще газ. Так, по-моему, да? Не травануться бы нафиг. Ё-моё, да что ты? Да вы серьезно, блин, они еще тут луч поставили, прикинь? Как тебе такой расклад, а? Я не знаю, друзья мои, мне кажется, тут слишком сложно будет. Газ плюс луч. Слушай, у луча есть какой-то интервал более длинный. Вот здесь, по-моему, короткий будет. Или он как вообще, он... Так, допустим. Е! Фью! Да. Ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, с вами на этой именно ноте закончим наш видосик про наших животных, которые пытаются сбежать из тюрьмы. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.